То, что вы сейчас видите, имитация техногенной катастрофы, причем имитация высшего класса. Взрывы, открытое пламя и ненадежные опоры будущих спасателей готовят в условиях, максимально приближенных к реальным. В основу форума положены тактико-специальные учения, которые призваны для отработки практических навыков ребят. В течение 2 дней перед этим опытные профессиональные спасатели, инструкторы рассказывали им о трудностях, которые предстоит пройти участникам на учениях. И теперь вот вчера, сегодня и завтра ребята будут на практике отрабатывать полученные теоретические знания. Кроме квалифицированных начинающих спасателей, в учениях также приняли участие добровольцы. Ребята отрабатывали навыки оказания первой медицинской и гуманитарной помощи, разворачивали пункты временного размещения и даже работали в полевой кухне. На векторе спасения я принимаю участие первый раз в своей жизни. Но это очень здорово, это очень полезно, это очень нужно. Много просто опыта на будущее. Артему всего 20 лет, он студент Вологодского государственного университета. Уже сейчас молодой человек уверен, что хочет связать свою жизнь с поисково-спасательными работами. Все, что происходит на форуме, осуществляется под очень четким контролем профессиональных спасателей, инструкторов. Ребята проходят технику безопасности в зону ЧС и к таким вот, да, особенно сложным вещам допускают только аттестованные спасатели, всех есть медицинское страхование. Опыт показывает, что в случае реальных чрезвычайных ситуаций помощь студентов-спасателей сложно переоценить. Российской молодежи не занимать ни отваги, ни желания помогать людям. Подобные же мероприятия дают им еще и профессионализм. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».